Свыше 16 тысяч гектаров насаждений станут естественной преградой для пыльных бурь, ветров, улучшит экологическое состояние. Такой зеленый пояс высадят внутри и вокруг Волгограда. Волгоград стал четвертым после Волжского, Михайловки и Урюпинска городским округом, где утверждены границы зеленого пояса. В него вошли существующие лесные насаждения, городские леса, а также земли лесного фонда, прилегающие к областному центру. Профильные специалисты органа муниципальной власти проведут инвентаризацию насаждений и определят перечень мероприятий, необходимых для сохранения и развития лесного фонда, в том числе по охране и защите от пожаров. Зеленый пояс состоит из лесов и лесопарков, водных объектов, природных ландшафтов, выполняет экологические и защитные функции, но может использоваться и для отдыха населения. Однако здесь запрещено использовать токсичные химические препараты, в том числе и в целях охраны и защиты лесов, радиоактивные вещества, размещать отходы, разрабатывать месторождения, а также проводить сплошные рубки лесных и иных насаждений. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Отметим, что на сегодняшний день общая площадь зеленого пояса региона составляет почти 18 тысяч гектаров.